Начнем программу по традиции с новостей, без нововведений, все по старинке, мы консерваторы. Сегодня в наши руки попали новости, отличные от тех, что вы привыкли слышать. Асфальт размыл дождь, брусчатку размыл дождь. В общем, слово «дождь» там встречается всего один раз. Или нет. В общем, новости. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет, стоя на белом кирпичном фоне. Начнем с новости, которая напомнит вам о том, что мы живем в очень странной области. В Кирово-Чепецке в санитарной зоне начала работать свалка, которую построили свидетели Иеговы. Следующий заголовок от Ньюслера. В 2017 году кировчане стали чаще умирать и меньше пользоваться услугами. Мне кажется, или в этой новости пропустили слово «поэтому». Ну а теперь самая лучшая новость за день. На сайте фонда капитального ремонта города Кирова запустилась прямая видеотрансляция этого самого капитального ремонта. Посмотрим. Улица Молодой Гвардии. Чума. Не так давно все кинопорталы написали о том, что британец снял 14-часовой фильм о том, как сохнет краска. Paint drying. A single unbroken shot of white paint drying. Фуфло ваша краска. Как работает кировский фонд капремонта? Вот где шедевр. Смотреть этот фильм я начал в 2:30 и понял, что события в нем все-таки развиваются, потому что около 5 произошла кульминация. Вы не заметили? Тогда приблизим. Теперь я понимаю, что я не зря потратил 2,5 часа своей жизни. Но и на этом не все. Там еще есть и романтическая линия. В общем, дорогие кировчане, не откладывайте на потом. Прямо сейчас запускайте сайт фонда капитального ремонта города Кирова и смотрите этот эпос. Ну и закончим новостью, которая вчера просто порвала все СМИ. В Кирове молодые мамаши покажут грудь. Ну и, похоже, в продолжении этой новости сегодня появился еще один заголовок. Кировские бабушки выставили свои экспонаты. На этом у меня все.